Первое послание Петра, первая глава, пятый стих. Наследство нетленное, неувидаемое, которое хранится для нас на небесах силою Бога, через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. Петр говорит о том, что для нас приготовлено наследство, и это наследство, оно чистое и неувидаемое. Также это наследство охраняется для нас с вами силой Бога или в силе Бога. То есть нет иной силы, которая могла бы выдернуть это наследство из рук Божьих, и нет такой силы, которая бы лишила бы нас этого наследства. Сам Бог оберегает это наследство именно для нас, для того, чтобы которое приготовлено для нас, чтобы нам его передать. Он открыл это наследство своей силой, и теперь оно соблюдается, и когда мы с ним встретимся, это наследство будет нам предоставлено самим Господом Богом. Да благословит нас Господь!